Бывает иногда. За то, что иногда характер свой не сдерживаю. Ну, характер, да. Думаю, всем было стыдно, ну, в той же школе, допустим, неправильно ответил. Было ли стыдно и за что? Конечно, было стыдно. Часто бывает стыдно. Совесть мучает. Конечно, бывает стыдно. Ну вот сегодня, например, я протаранила машину на велосипеде. Было очень стыдно и смешно одновременно. Ну вот так вот. Стыдно было. А если секрет, то что? Блин, ну года 4 назад, когда была девушка, с другой гулял. Ай-яй-яй-яй-яй. Было стыдно. Да, конечно. Если не секрет, есть какой-то момент? За вранье, наверное. В основном в детстве. Ну, конкретно я не помню. Но было точно стыдно. Да нет, у меня, в принципе, такого чувства, мне кажется, нет стыда. В данный момент испытываю. Да, конечно. Ну, наверное, это личное. Ой, куча. Вроде думаю, что куча таких стыдных моментов на деле вспомнить нереально. Было ли когда-нибудь стыдно? И за что? Наверное, да. Это когда я, получается, где-то сидела, а у меня, оказывается, на листочек села, я с ним ходила и ходила, а мне никто об этом не сказал.